Уважаемые новороссийцы, хочу сообщить вам, как сопредседатель оргкомитета акции «Послание потомкам», что дата закладки новой капсулы определена оргкомитетом, и она состоится 3 февраля 2018 года, в день проведения военно-патриотической акции «Бескозырка». Хочу напомнить, что в следующем году юбилей этой акции исполняется 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Новороссийска, Краснодарского края. То есть это памятная дата для всех жителей Краснодарского края, поэтому я хочу пригласить всех неравнодушных людей принять участие в акции «Послание потомкам». Есть послание от космонавтов, есть послание, которое прислали к нам со всей страны. Это более 6 тысяч писем, которые сейчас оргкомитет отбирает. Это много других материалов, которые отбирает оргкомитет, вплоть до каких-то обращений предприятий, каких-то личных вещей, которые люди предлагают заложить в эту капсулу. Это послание детей. И достаточно много материалов, и мы обращаемся ко всем с просьбой принять активное участие в этой акции, потому что именно эта акция поднимает тот самый военно-патриотический дух населения. И мы говорим своим потомкам в 2067 году, которые будут читать наши письма, наши послания, что мы были, мы здесь, мы строили это общество, и желаем им, чтобы они жили в мире, в согласии и вспоминали о нас добрым словом. Спасибо всем. Примите участие в этой акции «Послание потомкам».